Быть оригинальной и стильной часто мы можем лишь до того момента, пока не надели верхнюю одежду. Ее, как стилеобразующий элемент, часто игнорируют. А ведь яркое и активное пальто может быть универсальным и дополнять не только уйму оттенков основного гардероба, но и каждую минуту поддерживать планку экстравагантности. Дизайнеры настоятельно уже не первый сезон рекомендуют не подчеркивать талию, а выбирать модели просторные. С точки зрения практичности, такие модели оверсайз удобны еще и тем, что под них можно надеть все что угодно, будь то деловой костюм, объемный джемпер или вечернее платье. Идея для тех, кто не хочет расставаться с этим предметом одежды в холодную зиму – пальто-кардиганы или актуальные жилеты. Дополнительное утепление под пуховик или шубу, а в помещении невероятно стильный штрих. Для таких моделей лучше отдать предпочтение сложным меланжевым расцветкам, которые впоследствии легко впишутся в гардероб. Чтобы сегодня пальто не выглядело консервативно, его рекомендуют подавать креативно, с яркими ботинками или спортивной обувью.